Как должны быть благоустроены дворы? По какому расписанию вывозить мусор и снег? Где и как парковаться? Вот лишь неполный перечень того, что регламентирует новый документ. Правила содержания территории Перми должны быть четкими и понятными. Именно об этом заявил глава города Игорь Сапко в рамках проекта «Новые стандарты». Дал задание депутатам разработать документ. Один из пунктов – организация достойных парковок. В нем четко прописано, как должны выглядеть автопарковки, какое должно быть дорожное покрытие. Сказано и о наличии мест для инвалидов, двух выездов и прочего. Количество автотранспорта в городе растет, и мы это видим. Да? У каждого здания должны быть сооружены стоянки, парковки, да, для того, чтобы автомобилисты, приезжая в то или иное здание, в социально значимое учреждение, могли припарковаться и не нарушать на самом деле там, движение на дорогах, как у нас сегодня это происходит, особенно в центре города. Еще один важный момент в правилах благоустройства – перераспределение ответственности за нарушение стандартов. Исправленный и дополненный документ должен стать своеобразной инструкцией по применению. Причем для всех – чиновников разного уровня, управляющих компаний и даже для самих жильцов. Установлены точные правила или стандарты по качеству благоустройства, а также круг ответственных лиц. С них спросят в случае несоблюдения правил. Чтобы появились некие целевые показатели, которым бы и тир-орган, администрация районов, да, и функциональные органы, которые отвечают, это и управление внешнего благоустройства, и департамент дорог и транспорта за выполнение тех или иных функций. Например, за как я уже говорил, там, и в том числе и те организации коммерческие, которые выигрывают тендеры на, например, вывоз снега, да, вывоз мусора, и управляющие компании, которые также занимаются этим, ну, для того, чтобы у них появились там целевые определенные показатели, которые бы характеризовали то, что они должны делать. Сегодня во втором чтении документ был окончательно утвержден. Дарья Сивухина, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.